Далее коротко о других событиях города и области. Велопробег памяти. Накануне Дня Победы общественная организация «Запорожье велосипедное» и активисты решили вспомнить героев войны, всех павших воинов и погибших мирных жителей. Несколько десятков велосипедистов, среди которых были и дети, побывали у памятников скорбящей матери, воинам 274-й стрелковой дивизии, воинам-авиаторам, героям-моторостроителям, посетили мемориал «Переправа», танк на площади Университетской и вечный огонь на Аллее Славы. ДТП в поминальные дни. 8 мая около 17:30 под Мелитополем в районе Нового кладбища произошло столкновение двух автомобилей – «Рено» и «Таврии». В результате аварии 45-летний водитель и 77-летний пассажир автомобиля «ЗАЗ» с травмами госпитализированы в городскую больницу. Продолжается доследственная проверка, сообщают правоохранители.